Итак, добрый вечер. В эфире новости, экстренный выпуск. В студии Степан Казанин и... И я напоминаю, что это экстренный выпуск. Только что в Буковеле на подъемнике застряли президент страны Петр Порошенко и премьер-министр Арсений Яценюк. Мы связались с директором горнолыжного курорта Буковеля Александром Шевченко, который является партнером Игоря Коломойского. Он сообщил нам, что уже знает о происшествии, причем знал о нем еще вчера. Мы хотим напомнить, что и президент, и премьер находятся в Буковеле на отдыхе. И именно сейчас решается, уже на заслуженном или все-таки на обычном. Ну а о случившемся уже узнал Виктор Федорович Янукович. Цитирую. «Если шо, я живой». Ну а тем временем волонтеры начали собирать деньги на то, чтобы рядом построить новый подъемник. Ну а этот уже не трогать. Канцлер Германии Ангела Меркель попросила украинские власти снять с подъемника хотя бы Яценюка, так как только он помнит, сколько и у кого брал. И вот срочное сообщение. Министр МЧС Зорин Шкиряк развернул под подъемником 10-метровый батут. И сейчас в прямом эфире мы можем видеть, как Петр Порошенко смело покинул кабинку и снова вернулся обратно. Покинул, вернулся. Покинул, вернулся. Покинул, а нет, зацепился. Снова покинул и снова вернулся. А тем временем Виталий Кличко внес рациональное предложение. Он предлагает установить под подъемником большую рогатку, после чего заряжать в нее птиц и пытаться сбить застрявших. Говорит, что где-то видел такое, и там это сработало. Да, ну а у нас на связи бывший губернатор Днепропетровской области Игорь Валерьевич Коломойский. Игорь Валерьевич, как вы прокомментируете то событие, что Петр Порошенко и Арсений Яценюк уже час висят на подъемнике над пропастью? Опа! Спасибо, у нас на связи был Игорь Коломойский. И вот нам сообщают, что Арсений Яценюк со словами «башкой вниз, так башкой вниз» покинул кабинку и стал спускаться по тросу. Да, ну и вот у меня новая информация. Очевидцы с биноклями заметили, что Петр Порошенко машет рубашкой с надписью «Клянусь, продам». И вот только что стало известно, что подачу электричества наконец-то возобновили, и кабинка благополучно поехала вверх. Об этом сообщил премьер-министр Украины Игорь Валерьевич Коломойский. Ну а на этом все. До новых встреч!